Сегодня у нас последний урок. Мы подводим итоги всего курса, который длился больше полугода. И начать его я хотел бы с краткого повторения всего пройденного. Мы начали этот разговор с древних времен, с тех времен, о которых у нас нет достоверных исторических свидетельств. Истоки духовных знаний, которыми обладает человечество, они теряются во мраке истории. Нельзя точно сказать, когда они возникли, какой путь они прошли до того, как мы научились их сохранять, записывать и передавать. Это связано с тем, как на самом деле развивалась история человечества в целом, какие этапы она проходила, и в той степени, насколько для нас остаются загадки, касающиеся истории человека вообще, истории человека как вида, как народов, объединенных различной культурой, религией. Настолько же для нас загадочной будет оставаться и история эзотерических знаний. Поэтому уместно говорить о тех периодах, в отношении которых у нас есть какая-то ясность. После того, как я рассказывал еще на первом уроке о тройном составе оккультной науки, которая традиционно с древних пор делится на алхимию, астрологию и теургию, мы начали говорить о древнем, античном духовном синтезе, поскольку во времена Римской империи вокруг Средиземноморья различные культуры начали объединяться. И это время можно указать как первый известный нам период, который принес какие-то яркие плоды. Именно за счет объединения, за счет такого средиземноморского синкретизма античного, мы имеем определенные представления о духовных корнях тех знаний, которые потом уже развивались в Европе в эпоху Ренессанса, отчасти в Средневековье и вплоть до нашего времени. Я еще раз подчеркну, что мы занимаемся тем, что принято считать западной традицией. Это широкая область, но она не включает, скажем, духовные учения Индии или Китая, или американских индейцев, или еще каких-то других цивилизаций, которые находятся далеко от известной нам европейской западной цивилизации. Это было выбрано целенаправленно, потому что если бы мы поставили перед собой задачу охватить все духовные знания и практики человечества, то нам не хватило бы на это ни полгода, ни года, ни, может быть, еще большего срока, потому что тема необъятна. И везде, во всех странах и во все времена, где были люди, где была хоть какая-то цивилизация, там непременно были и свои духовные, религиозные, эзотерические школы. Поэтому мы сосредоточились в этом курсе на западной традиции, так как она ближе к нам по менталитету, и я посчитал ее важным по той причине, что вижу именно в ней основные перспективы, связанные с дальнейшим развитием. Хотя, безусловно, последние где-то 100 или 150 лет также доказали, что определенный синтез между знаниями западной традиции и теми, что приходит к нам с Востока, также уместен и весьма плодотворен. И кто знает, может быть, мы откроем какие-то неожиданные связи в будущем, которые позволят нам переоценить и переосмыслить прошлый опыт и расставить все элементы этой пестрой мозаики совершенно в ином порядке. Но на сегодняшний день западная традиция сформировалась как нечто более-менее монолитное, тогда как чисто исторически ее связи, скажем, с культурой Дальнего Востока всегда были слабыми. Они стали сильнее по мере того, как уже в последнее время стала происходить глобализация, и по мере того, как контакты между разными культурами стали осуществляться проще. Поэтому, говоря о западной традиции, мы сталкиваемся прежде всего с тем, как она развивалась в древности в Средиземноморском регионе. Это и Ближний Восток, который, хотя мы его называем Востоком, на самом деле больше относится к западной традиции. Это и Египет, особенно если учесть, что благодаря эллинизации там возник такой город, как Александрия, который в древние времена был центром, можно сказать, всех знаний, существовавших в то время. И научных, и философских, и религиозных, и, конечно, эзотерических. Это был центр, где жили по большей части достаточно неплохо друг с другом уживаясь, и евреи, и греки, и египтяне, потомки древних египтян, христиане с тех пор, как они появились. Это, конечно же, и Греция, поскольку она всегда была склонна к синкретизму, к развитию научных основ в любом знании. А в дальнейшем Римская империя, хотя сама по себе не произвела каких-то ярких духовных плодов, но за счет своей геополитической деятельности она просто создала, сама, может быть, того не желая, определенный фон или среду, в рамках которой представители разных культур, разных школ могли общаться. Но весь этот древний синкретизм, который своей материальной базой имел Римскую империю, он, можно сказать, и распался вместе с ней. История доказала, что Римская империя не смогла стать основой для дальнейшего прогресса, поскольку ее нравственный уровень, ее общий уровень духовный, связанный с отношением к человеку, не позволял развиваться духовным знанием дальше. И в итоге, вместе с тем, как обрушилась Римская империя, можно сказать, перевернулась целая большая страница истории, потому что вместе с этим поменялось все. Это же был этап, когда был завершен Талмуд в Израиле, а это целый огромный период, причем я говорю фактически о двух Талмудах, Иерусалимский и Вавилонский Талмуд, поскольку самая активная еврейская община была как раз на территории Месопотамии, в Вавилоне. Это же был период, когда угасла Александрийская школа со всеми ее направлениями, а буквально через короткое время после этого появился ислам, и он стал активно и бурно распространяться, захватывая новые территории, то есть те самые территории, на которых были вот эти вот древние системы. И в целом судьба европейских народов и этих новых народов, которые понесли ислам, она, можно сказать, поменяла всю карту Европы, Ближней Азии, Северной Африки. С этого времени начинается Средневековье, и в силу того, что жизнь средневекового человека крайне нестабильна, она неопределенна, постоянные войны, постоянные какие-то попытки делить территории и власть, поэтому в это время любые знания развивались очень слабо. Конечно, если мы начинаем копать историю, мы видим, что они развивались и тогда. Безусловно, какого-то кардинального разрыва нигде в исторической ткани мы не найдем. Как правило, если нам кажется, что где-то существует разрыв, то он только в нашем собственном невежестве, поскольку мы просто не сумели заполнить определенные белые пятна на этой карте в силу своего незнания. Но тем не менее, очевидно для всех, что средневековый период — это своего рода регресс. Регресс, который, как обычно, подготавливает путь к дальнейшему прогрессу. И вот мы видим, что уже в эпоху Ренессанса начинает формироваться достаточно очерченное, устойчивое представление об эзотерических знаниях, которые можно с этого момента отделить от чисто внешних, религиозных, догматичных знаний или от каких-то зачатков материалистической науки, которые только сами еще назревают. Я как-то говорил еще на первом уроке, что история — это не линия, которая тянется из прошлого в будущее. Это ткань с множеством нитей. И эти нити то ныряют и уходят под ткань, и мы не видим их, а потом они неожиданно выныривают с другой стороны, проявляются в самом неожиданном месте. Сейчас, после того, как мы уже весь этот курс провели, вы можете сами легко найти примеры, подтверждающие такой взгляд. Мы видели, например, как учение каббалистическое, которое понесли последователи Шабтая Цви, угасло, с одной стороны, в еврейских общинах, там, где оно развивалось, но неожиданно оно выныривает, скажем, в немецком розенкрейцерстве XVIII века. Или энохианская магия Джона Ди, которая была раскрыта в конце XVI века, а потом словно ушла в сон и обрела новую жизнь уже в Золотой Заре в XIX веке. Таких примеров много. И поэтому взгляд на историю, он всегда очень субъективен. Мы отслеживаем какую-то нить, теряем ее, снова находим ее. И поэтому сказать, кто на кого и насколько повлиял, очень сложно. Это задача для каждого исследователя, для каждого историка — найти этот ответ самостоятельно. Поэтому вы всегда можете построить свою альтернативную историю или найти еще какой-то вариант истории. Но я высказал вам на протяжении всего этого курса то, как вижу ее сам. И здесь надо понимать, что оценить по-настоящему роль каждого человека, каждого события, каждой идеи, которая в какой-то момент появилась, допустим, в книгах, можно всегда только спустя длительное время. Мы оглядываемся назад и видим, какую роль сыграл этот элемент в общем контексте. Иногда бывает, что картина меняется, какие-то научные факты, скажем, доказывают нам, что определенная теория, которая существовала, а потом была отвергнута, на самом деле была истинной, и что отвергли мы ее слишком рано. И тогда меняется все, переписываются все исторические учебники, те люди, которые были вытеснены за рамки нашего дискурса, поскольку они, казалось, не принесли ничего важного, вдруг наоборот, их имена появляются в самых больших заголовках, потому что сейчас выясняется, что именно их идеи, они-то как раз и были правильными, просто мы об этом не знали. А узнали мы об этом в силу каких-то, скажем, новых открытий. По этой причине всегда сложно судить о настоящем. Настоящее, даже если оно относится к недавнему прошлому, о нем трудно судить, поскольку время еще не определило его истинную ценность. Говорить о том, какие сегодня существуют школы, организации, течения, идеи, я намеренно решил воздержаться от этого именно по той причине, что мы никогда не можем быть объективны в таких оценках. Пройдет 100 лет, мы посмотрим, как эти идеи развивались, какие организации доказали свою жизнеспособность, какие школы действительно подарили человечеству что-то ценное. Тогда мы сможем вписать их большими золотыми буквами на странице истории. Сказать, что эти школы, эти организации, эти люди действительно заслуживают того, чтобы занять важное место в этой большой исторической книге. Но пока этого не произошло, любые наши симпатии к тому или иному направлению носят более личностный характер. Сегодня в мире очень много различных школ, центров, организаций, которые чем только не занимаются. Сегодня мы видим, что большую роль играет вообще психология, и все отношение к человеку благодаря психологии существенно меняется. Оно становится более объективным, с одной стороны, и вообще более гуманным. На этом фоне, конечно же, отношение к духовным знаниям тоже меняется, сама их роль меняется. И судить о том, какой подход правильный, мы сегодня не в силах, потому что они просто себя не успели еще доказать. Поэтому сегодня, если из всего этого множества я выбрал бы, скажем, несколько организаций или течений, или какую-то одну из них, и стал бы говорить о ней, тем самым я просто выказал бы свои субъективные предпочтения, основанные просто на том, что, допустим, эта организация по каким-то причинам нашла для меня лично отклик, или я как-то связан с ней. Судить же объективно мы пока не можем. Поэтому говорить о современности всегда очень сложно, и здесь уместнее говорить не о конкретных авторах или руководителях каких-то школ, а уместнее говорить об общих тенденциях, разобрать, из каких тенденций складывается современная ситуация и куда она нас ведет. Прежде продолжу еще несколько слов об более ранней истории. Итак, мы видим, что где-то до начала Ренессанса эзотерической традиции как таковой почти нет. Она сливается с общей религиозной традицией. Чем дальше мы уходим в историю, тем больше мы вынуждены говорить о религии. Мы не можем отделить религию как массовое явление, как народное явление от тех духовных знаний, которые мы обычно относим к эзотерике. Безусловно, внутри самой религии это разделялось, поскольку к таким глубоким пластам прикасались далеко не все. Но даже те, кто к ним прикасались, они все равно жили в рамках религиозной общины, религиозного какого-то сообщества и следовали основным его направляющим моментам. Поэтому практически до эпохи Ренессанса мы говорим об истории религии, или разных религий, если хотим охватить их все, и выделяем в них более эзотерические пласты. Тогда как начиная уже с 15-16 веков, эзотерические знания начинают оформляться в нечто самостоятельное. Это сильно напоминает то, что происходит с наукой. В древности и в средние века также наукой занимались в основном в том же контексте, в котором развивалась и религия. Например, если мы возьмем средневековых ученых, их, конечно, трудно назвать учеными в современном смысле слова, поскольку экспериментальный подход вообще еще не был поставлен на ноги. Но, тем не менее, люди, которые занимались астрономией, занимались медициной, это были в основном те же самые люди, которые считаются авторитетными мудрецами своих религий. Можно встретить это и в иудаизме, и в христианстве, и в исламе. На тех уроках, которые были посвящены средневековью, я называл их имена, и вы легко можете вспомнить о них, если захотите это повторить. И вот уже с 16 века, 17-го, наука начинает выделяться в самостоятельную область. То же самое происходит с эзотерическими знаниями. Такой переход становится уместен по мере того, как развивается цивилизация в целом, потому что для того, чтобы заниматься высокими вещами, сюда относится и наука материальная, и духовная, и какие-то высокие сферы искусства. Для этого нужна крепкая база в виде стабильного общества, в котором у человека, отдельного человека или у какой-то группы объединившихся людей будет достаточно свободы, чтобы творить и развивать то, ради чего они объединились. Вот эта свобода приходит не за один момент. Это требует определенной зрелости от общества в целом. Вот европейская цивилизация прошла болезненный путь, и свобода мало-помалу начала в нем расти по мере того, как открывались все новые источники, новые знания, возможности, где-то вот начиная с эпохи Ренессанса. Поэтому там мы видим уже основные камни, фундамент эзотерической науки. Ее называли оккультная философия. Когда я рассказывал вам про Корнелия Агриппу, про Парацельса, про Тритемия и прочих авторов того времени, мы особо отмечали этот момент. С той же эпохой связаны основные изменения в кабале, которые фактически приводят нас к современной форме кабалы с ее строго иерархической системой, выверенными понятиями. Здесь мы обязаны мудрецам Цфата, которые в XVI веке творили свои произведения. И вот уже с XVII века появляются какие-то самостоятельные общества, которые могут целиком объединиться под эзотерическим знаменем. Это и легендарные розенкрейцеры, которые уже в открытую стали через 100 с лишним лет себя позиционировать. Это и масоны в их первоначальных формах, вслед за которыми возникли самые разные уставы, разные масонские организации. А в дальнейшем масонство уже послужило общей базой для новых, более современных оккультных организаций. В этом плане можно сказать, что масонство в целом, хотя оно и совершенно не обязательно занимается эзотерикой, а часто и вовсе ей не занимается, служит чем-то наподобие объединяющей почвы или территории, на которой стоят ноги всех тех школ, чья голова уходит вот в эти духовные эзотерические небеса. Дело в том, что любой не только гений, но и вообще талантливый человек, он, как правило, уникален и оригинален по своему характеру. Поэтому те выдающиеся люди, которые за свою жизнь основывали какие-то глубокие эзотерические направления, как правило, также накладывали на них отпечаток собственной оригинальности. И нельзя было бы видеть никакой традиции между ними, никакой преемственности, ничего, что связывало бы их, если бы ноги всех этих людей и организаций не стояли на какой-то общей почве. Когда мы, например, берем еврейские школы каббалы, мы видим, что они очень разные. Сефардская школа или хасиды восточноевропейские, или, допустим, из литовского иудаизма каббалисты. Что объединяет? Их объединяет иудаизм как таковой, то есть они все соблюдают примерно одни и те же правила, заповеди, при том, что их духовное понимание может сильно различаться. Таким же образом, для европейского оккультизма, начиная с 17-18 веков, масонство, можно сказать, становится вот такой вот общей базой, на которой стоят ноги разных направлений, в то время как головы их, каждая поднимается к каким-то своим империям. И вот уже в XIX веке с подключением научного подхода мы видим, что ситуация пришла к тому, что мы, как общество, стояли на пороге того, чтобы открыть для себя духовный мир, тонкий, астральный, энергетический мир, самым непосредственным образом. Это было связано со спиритизмом, с исследованием спиритических феноменов, с использованием гипноза, с использованием различных технических средств, которые позволяли фиксировать излучение человека, энергию, то, что называется в просторечии ауру человека, и со многим другим, о чем я рассказывал на одном из уроков. Но, к сожалению, мировые войны внесли большой разлад в весь этот процесс. Если читать различных авторов конца 19 или начала 20 веков, складывается впечатление, что мы действительно на пороге каких-то грандиозных открытий, что пройдет буквально 20-30 лет, и все общество изменится именно в свете духовных знаний, которые, наконец, выйдут из укрытия и станут общедоступным достоянием всех людей. Сложно сказать, почему это не получилось, но совершенно очевидно, что главным препятствием этому стали две мировые войны. Уже Первая мировая война, еще не столь кровопролитная, как Вторая, она уже многое разрушила. И с этого времени умы людей больше переключаются на восстановление каких-то своих хозяйственных, экономических достижений и, конечно же, на отстаивание политических своих позиций, которые, как им казалось, несправедливо были нарушены всей этой войной. И вот мы видим сразу и Вторую мировую войну, которая не замедлила прийти и разрушила то, что еще осталось после Первой. А ведь надо заметить, что любые такие высокие эзотерические знания не возникают на пустом месте. Когда все разрушено, когда люди едва могут оправиться после каких-то глобальных катастроф, им некогда заниматься эзотерикой. Здесь религия, которая обещает людям спасение, обещает людям рай или какое-то избавление на материальном плане, она в гораздо оказывается более выгодных условиях, потому что к ней обращаются в любых ситуациях, и в бедственных, и в трагических ситуациях, в надежде на то, что придет спасение. Тогда как эзотерические знания требуют свободы духа, они требуют от человека осознать свою внутреннюю свободу и заниматься не в силу того, что человек бежит от какой-то напасти или ищет спасения, потому что в таком состоянии понять по-настоящему ничего невозможно. Можно лишь цепляться за какие-то обещания, за какие-то древние пророчества, но при этом не понимать ничего по-настоящему, никаких истинных законов Вселенной. Для того, чтобы прикасаться к таким вещам, которыми занимается эзотерика, нужно достичь высокой степени внутренней свободы и быть уверенным в том, что завтра на вас не обрушатся какие-то ядерные бомбы или что-то еще в этом роде. Поэтому обычно глобальные катастрофы, они парализуют эти процессы, и обществу приходится заново все выстраивать. И, конечно же, первым делом выстраивают что-то насущное. Учатся заново выращивать хлеб, строить дома, шить одежду. И когда вот это все уже есть, тогда начинают заниматься восстановлением каких-то общих слоев культуры, заново организуют спортивные мероприятия, художественные выставки. И только когда уже человеческая цивилизация поднимается к своему зениту, там она начинает заново изучать вопросы о душе. Может быть, сейчас мы как раз такое время живем, потому что то, что было разрушено мировыми войнами, восстановлено. Сегодня в мире происходят локальные в основном войны, которые не так сильно затрагивают цивилизацию в целом. Что нам несет завтрашний день, мы пока точно не знаем, но мы видим, что как раз если 20 век в основном прошел под знаменем материализма, и ученые-мужи больше думали о том, как изобретать ядерные бомбы, компьютеры и космические ракеты для освоения Луны и других планет, то теперь, начиная с 21 века, общий духовный уровень растет, потому что спрос на знания такого рода увеличивается, и люди заново для себя открывают те истины, которые они в течение нескольких поколений, может быть, не уделяли им достаточного внимания. И после всей этой длинной истории, которую мы более полугода изучали, я заново задаю вопрос, что же это такое эзотерика, что это за загадочное слово, и почему есть смысл говорить о целой традиции, которая идет под знаменем эзотерики. Если вы посмотрите перевод этого слова, это будет означать что-то внутреннее. Что такое внутреннее и где находится внешнее? Чаще всего отвечают, что эзотерика — это некие знания или практики, которые принадлежат внутреннему кругу, то есть какому-то избранному кругу людей, которые охраняют эти знания как свои секреты от непосвященных. Такое определение само, в свою очередь, ставит целый ряд трудных вопросов. Ведь если по сути своей это так, то мы вынуждены признать, что эзотерика никогда не будет настоящей силой, которая могла бы быть принята обществом и стать действительно доступной всем. Ведь если по самому своему определению эзотерика — это что-то ограниченное каким-то внутренним маленьким кругом избранных, то любая попытка обнародовать ее или сделать ее частью общественной жизни — это будет своего рода профанация. Это нечто такое, что по самому определению не может произойти. Кроме того, если действительно эзотерика — это всегда тайны какого-то узкого круга, любое такое общество, до какого бы уровня развития оно не достигло, оно всегда будет находиться в неком состоянии недоразумения или недопонимания со стороны окружающих. Что такое эзотерическая школа? Это секта какая-то, секта, в которой собрались фанатики, особо верующие в свою какую-то никому непонятную идею. Мы видели на протяжении всех этих уроков, что истина как раз обратная, что именно эзотерические общества больше всего приносили людям свободы и больше всего открывали какие-то объективные знания, которые действительно относятся к самой сути, к самой природе человека. Тогда как гораздо более широко распространенные религиозные учреждения, которые действительно имеют влияние на огромные массы, они как раз наоборот никаких таких существенных открытий не принесли. Складывается обратное впечатление, что это какие-то огромные массовые религии больше напоминают секты по самой своей структуре, поскольку стараются людей закрепостить, заставить их уверовать в какого-то одного, допустим, лидера, который всему их научит. Неважно, был ли это пророк из далекого прошлого или это современный какой-то лидер, который где-то там на Святом Престоле, скажем, сидит и всем диктует. Получается, что если так мы смотрим на эзотерику, значит, чего-то мы очень важного не понимаем. Представьте себе реку, бурную полноводную реку, которая вытекает где-то из глубинных пещер, и вот она попадает на свежий воздух. Но это морозный воздух, зимний воздух. И постепенно верхний слой воды отвердевает. Он превращается в лед. Вот эта вот ситуация, эта картина поможет нам понять, что такое на самом деле эзотерика и почему мы называем ее внутреннее, а также понять, что такое внешнее. Когда посмотришь на эту замерзшую реку, кажется, что она вся тверда и безжизненна. Это сплошной лед, можно по нему походить, попрыгать, поездить на санках. Но где-то там внутри глубоко по-прежнему течет живая вода. Мы не видим ее, потому что она скрыта слоем льда. Но на самом деле слой льда не такой уж и толстый. Основная часть реки по-прежнему течет. Просто она течет там, внутри, глубоко, вдали от наших глаз. Лед остается, лед неподвижен, а между тем вода продолжает плыть, продолжает течь. Иногда бывает, что наступает оттепель, и лед, весь или какая-то часть льда оттаивает. И мы вновь видим, как эти две части, некогда разделившиеся из-за мороза, снова сливаются. Вот так вот выглядит эзотерика по отношению к экзотерике, то есть к внешней части традиций. Внешняя часть напоминает собой вот этот лед на поверхности реки. Тогда как подо льдом остается жизнь, остается горячее пульсирующее сердце каждой духовной традиции. Можно сказать, что там поток, бурная река самого человеческого духа, который не может отвердеть, который есть жизнь по сути своей, жизнь, которая не может быть остановлена. Если бы она остановилась, осталась бы только смерть, но жизнь имеет божественную природу и поэтому не остановится никогда. Единственное, что мы можем не видеть этого потока жизни, если смотрим только на ледяную поверхность. В какие-то моменты, когда становится теплее, эти вещи сливаются. Мы уже не видим разницы между экзотерикой и эзотерикой. Мы видим одну живую традицию, которая несет человеку свет, помогает ему познать себя, помогает ему раскрыть свои возможности, открыть для себя духовный мир. В итоге она ведет его к бессмертию. В те же моменты, когда наступает мороз, эти два уровня вновь разделяются. И тогда внешняя традиция остается заледенелой, а внутренняя течет где-то там. Она невидима. Вот в такие моменты действительно лишь избранные способны прикоснуться к ней и заново ее для себя открыть. Что же такое мороз и что такое оттепель, если говорить о нашей теме? Это в основном социальные условия, уровень цивилизации, уровень сознания в обществе, потому что с обществом диким невозможно говорить на языке эзотерики. Невозможно помочь такому обществу объективно и честно взглянуть на само себя, познать себя, заниматься своим развитием. И поэтому духовная идея, проходя все этапы своей реализации, она упрощается, огрубляется, приводится в соответствие с сознанием тех, кто должен ее воспринять. И так возникает лед на поверхности реки, возникают какие-то формы, которые просто невозможно менять, невозможно объяснить людям механизм, согласно которому они могли бы сами развиваться вместе с этой рекой, плыть вместе с ней. Они должны быть заземлены и привязаны к чему-то одному, постоянному, во что они могли бы уверовать раз и навсегда. И за счет этого духовные лидеры стремятся поддерживать в обществе какой-то порядок. Если бы в каком-то древнем или средневековом обществе эзотерика стала бы достоянием широких масс, то в итоге тот хаос, который и без того трудно было остановить, он бы разросся до колоссальных масштабов. Потому что когда человек охвачен своими эгоистическими желаниями, он готов отнимать чужое имущество, он готов вредить своим ближним любыми способами доступными, то предоставить ему еще больше свободы значит просто увеличить этот существующий хаос еще в несколько раз, принести огромные разрушения. И в такие моменты спасает вот этот отвердевший лед на поверхности реки. Людей приучают верить во что-то одно, в какую-то одну незыблемую раз и навсегда Богом данную истину, которая пусть и непонятна, но главное, что никогда не меняется. И когда это уже одна неизменная истина, то людям со слабым духовным развитием гораздо проще принять ее как что-то раз и навсегда данное, что не требовало бы от них постоянной чуткости, постоянных каких-то попыток познать, разобраться, измениться и жить уже с этой одной истиной. И только когда наступает нравственный прогресс в обществе, который, как правило, подкрепляется экономическим, политическим и прочим прогрессом, тогда может этот лед заново оттаивать, и мы видим, как вся вода реки объединяется вновь. Мы видим, как человек снова начинает задавать более глубокие вопросы, искать более глубоких ответов. Его уже не интересуют мертвые схемы, ему нужно разобраться, увидеть своими глазами, пощупать своими руками, как все работает на самом деле. И вот тогда он проникает внутрь, он проникает в эту реку, под лед. Может быть, он проникает под лед, а может быть, лед оттаивает настолько, чтобы пропустить его. Поэтому с этой точки зрения, если говорить, в итоге мы придем к тому, что все мышление и вся жизнь человека, всех людей, она вся будет эзотерична. Она все будет относиться к этому внутреннему, потому что по мере развития сознания лед просто перестанет быть необходим. Любому человеку не понадобятся догмы, ему понадобится непосредственный опыт, видение, переживание того, как реальность устроена на самом деле. И он будет плыть в этой реке, в которой не останется льда, которая вся воссоединится. Это будет река жизни, потому что в ней все движется, в ней все развивается. Каждый момент она спешит дальше, следующему этапу. Вот что такое эзотерика на самом деле. И поэтому, когда мы говорим о каких-то этапах в истории человечества, в которых просто не было возможности изучать эту реку, мы обязательно наталкиваемся на жирную корку льда. И мы вынуждены с ней считаться. Это часть нашей истории, часть фактов, не осмыслив которые мы не поймем всего остального. Приходится говорить о каких-то догматичных, суровых институтах социальных или учениях, которые просто не могли в то время быть иными. Но мы движемся к тому, чтобы растопить этот лед. Поэтому, конечно же, пока мы говорим о каких-то древних этапах, собственно, и в современном мире вопрос этот не праздный еще остается. Всегда мы наталкиваемся на достаточно сложные отношения между эзотерикой как таковой и религией, в лоне которой она развивалась. Религия по большей части держится за этот лед, а то и вовсе представляет собой лед, тогда как чистая эзотерика стремится его растопить и унести в потоки реки. Точно так же сложны отношения между эзотерикой и наукой в современном понимании этого слова, потому что наука выкристаллизовалась в нечто самостоятельное благодаря тому, что нашла новую философскую базу. Собственно, база была не такая уж и новая, поскольку в таком духе мы можем встретить философию еще в древние времена. Это база материализма. Материализм, как философское учение, позволил найти точку опоры за пределами сферы влияния религии. То есть точку опоры в том месте, на которой не может покуситься, скажем, католическая церковь, которая до этого держала всю Европу в своих руках. И за счет материалистической базы наука оказалась не способна принять и переварить все те явления, все те поразительные, чудесные феномены, которые лежат в области эзотерики. Я рассказывал вам о том, как отдельные энтузиасты из ученых изучали, скажем, материализацию призраков на сеансах спиритизма или изучали астральные тела человека. Но все это было для науки скорее исключением, чем правилом, поскольку основная масса ученых и сами институты научные не только не занимались этим, но и отвергали результаты тех, кто этим занимался. И связано это с философской базой, поскольку до тех пор, пока наука стоит на позиции материализма, она просто не способна открыть глаза на то, что мир на самом деле гораздо более многомерный и не вытекает напрямую весь из законов материи. Современная наука сегодня, в 21 веке, она не цепляется так сильно за материализм. По большому счету у нее нет философской базы, единой, всеми принятой, как таковой. Но именно вот это вот отсутствие единой философской базы фактически приводит к тому, что остается некий статус-кво, что как бы за неимением альтернатив в большинстве своем ученые продолжают мыслить материалистично. Им просто ничего другого не остается. Точно так же, как, скажем, теория эволюции Дарвина, которая была в авангарде всего научного прогресса в XIX веке, к ней уже пришла определенная критика, в чем-то ее скорректировали, в чем-то от нее готовы даже были отказаться, но так, в общем, и не отказались до конца, по той причине, что просто другой никакой достаточно сильной и убедительной теории так и не предложили. Поэтому, хотя сегодня, скажем, человек свободен верить в эволюцию Дарвина или в то, что жизнь пришла на нашу Землю там от каких-то инопланетян, или в то, что это Бог создал первых людей, или как-то еще, в конечном счете наука, хоть она и не знает точного ответа, но она по большому счету стоит по-прежнему на теории эволюции Дарвина. Таким образом, трудно ждать того, что наука займется теми сферами, которые традиционно лежат в области эзотерики, до тех пор, пока она не найдет для себя новую философскую парадигму. И пока эта парадигма не распространится достаточно широко. Это позволяет нам сказать о том, что эзотерика сегодня — это некая самостоятельная область, которая лежит где-то посередине, между религией и между наукой. Она более динамична, чем религия. Она более свободна, чем религия, но в то же время она более консервативна и традиционна, чем наука. Связано это с тем, что наука, как я уже сказал, занимается материальным миром, и здесь эксперимент очень быстро приводит к новым открытиям. Мы берем кусок вещества, нагреваем, охлаждаем, проводим электричество, наносим на него всякие излучения, и мы видим, как он меняется. Если повторить это несколько раз, можно будет написать диссертацию и запатентовать новые научные открытия. С духовным миром это сложнее, поскольку сами эксперименты поставить гораздо сложнее. Как правило, для того, чтобы экспериментировать с духовными явлениями, нужно вводить человека в какое-то особое состояние сознания. На это способен не каждый. Есть люди, у которых изначально способности сильнее, чем у других. Есть люди, которых сколько ни тренируй, у них так и в итоге и не развивается никаких способностей. Поскольку эзотерическая наука занята не куском материи, а человеком, живым, сложным человеком, у которого есть интеллект, эмоции, воображение, еще какие-то неизвестные нам скрытые уровни сознания. Поэтому экспериментировать здесь оказывается очень сложно. Если один эксперимент приносит какие-то результаты, то второй эксперимент по непонятным для нас причинам может эти результаты перечеркнуть. Что делать? Получается, что для того, чтобы на экспериментальной основе в области эзотерики приходить к каким-то устойчивым выводам, приходится работать гораздо дольше. Причем работа эта очень тонкая, приходится учитывать массу факторов, которые мы не можем по-настоящему оценить. Нам трудно оценить заранее, какой реальный вес они имеют во всей картине. И что же остается делать? Остается держаться ближе к традиции, то есть не отпускать вещи, которые были приняты предшественниками до тех пор, пока мы своим опытом не придем к какому-то их точному опровержению. В науке этот процесс происходит быстрее, то есть ученый современный легко может опровергнуть в ходе целой серии экспериментов того ученого, который работал, скажем, за 20-30 лет до него. Тогда как в эзотерических областях это не происходит так быстро. То есть традиция не так быстро меняется, поскольку она как бы консервирует ситуацию на фоне некого вакуума непосредственного опыта. И там, где нам трудно этот опыт скопить, там, где нам трудно провести объективные точные эксперименты, причем достаточное их количество, чтобы прийти к выводам, нам приходится более-менее оставаться на традиционных позициях. Это причина того, что эзотерику можно поставить между наукой и религией. Как я уже сказал, она динамичнее, чем религия, но консервативнее, чем наука. И вот с этой вот ее спецификой связано и то, как она развивается, и какое место уготовано ей в обществе в целом. Что можно сказать о сегодняшнем дне? Мы видим, что сегодня спрос человека на духовную пищу становится достаточно высок. Поэтому сегодня очень много разных школ, организаций, причем граница между эзотерикой в том ее классическом смысле, когда она была в руках какого-то узкого круга посвященных, граница между этим и разными другими областями, пытающимися понять человека с его природой, эта граница размывается. Мы видим сегодня различные психологические тренинги, семинары, какие-то мероприятия, на которых человеку помогают обрести уверенность в себе, повысить свои способности, научиться быть более коммуникабельным, решать какие-то свои проблемы. Здесь духовная сила начинает осваиваться уже на уровне обычной человеческой психологии. С другой стороны, психология, в той мере, насколько она претендует оставаться на университетской кафедре, она должна соответствовать научным критериям, хотя бы насколько-то. Поэтому она, как правило, не посягает слишком высоко. Она не посягает на то, чтобы сделать человека пророком или научить его повелевать силами природы. Получается, что современное общество, мы можем сказать, что это своего рода переходный этап, хотя любой этап так или иначе можно назвать переходным. Это этап, на котором заново открываются какие-то истины, которые в прошлом по большей части принимались на веру, а сегодня мы впервые можем прикоснуться к тому, чтобы начать работать с ними непосредственно и экспериментально для себя открыть, что стоит за этими истинами и насколько они на самом деле верны. Различных школ, направлений, организаций сегодня так много, что практически невозможно выделить из них какие-то основные. Те, о которых я вам рассказывал на прошлых уроках, в той или иной форме в основном существуют и сегодня. Но при этом очень важно уметь для себя разделить, насколько глубоко и сущностно то знание, которое вы получаете в той или иной школе. Зайдите сегодня в любой книжный магазин, вы увидите, что полки его ломятся просто под тяжестью огромного количества томов. в том числе томов по эзотерике, по целительству, по всяким экстрасенсорным практикам. И на фоне всего этого огромный поток информации, совершенно непроверяемый, касающийся каких-то древних цивилизаций или инопланетных существ, которые несут что-то человечеству. Весь этот огромный поток информации очень трудно отфильтровать тому, кто не имеет никакой подготовки. Изучение традиций как раз и помогает человеку подготовиться и приобрести какие-то критерии и фильтры, которые помогут ему отсортировать информацию и отбросить все поверхностное и не имеющее отношения к действительности. Мы как-то говорили уже о различиях между мифами и фактами, и о том, насколько важно провести грань между ними. Такая ситуация связана во многом с определенным духовным голодом, который присутствует у современного человека, при том, что сам этот человек не вполне уверен, куда ему обратиться. Религия по большей части выглядит для него слишком наивно. И она во многом такой и является, поскольку она сама, вместо того, чтобы развиваться гармонично, пережила свои кризисы, связанные с тем, что общество делилось и попадало под влияние материализма. А сегодня происходит своеобразный маленький ренессанс в религиях, когда люди заново пытаются там найти ответы на свои вопросы. Искать-то они ищут, но находят они, как правило, меньше, чем рассчитывают. И поэтому остается определенный духовный голод, и человек, охваченный этим голодом, он склонен верить, он склонен принимать на веру вещи даже невероятные, по той причине, что начать критически мыслить и отвергать эти невероятные вещи, значит снова себя оставить в состоянии пустоты, в состоянии этого голода, неутоленного. С этим, по-видимому, связано то, что так много, казалось бы, разумных людей, которые вполне могли бы критически мыслить, вдруг ни с того ни с сего покупают какие-то странные книги в разных магазинах, записываются на какие-то непонятные курсы и начинают верить непонятно во что. Верить в то, что вчера из-под океана выплыли какие-нибудь древние атланты и подарили нам сегодня новую систему там, знаний или упражнений, или чего-то в этом роде. Получается, что разобраться во всем этом обилии информации способен лишь такой человек, который достаточно твердо стоит на позициях традиционных знаний, но при этом сознание его разум не сжался настолько, чтобы ничего, кроме этих традиционных областей, больше не видеть. Он способен, опираясь на них, судить обо всем остальном. Он способен зачерпнуть из этих традиций самые главные, сущностные и перспективные в своем развитии, и нести это дальше, развиваясь самому и помогая развиваться другим. Такой человек владеет языком, он владеет определенными структурами или схемами, которые были приняты с древних времен, и может скорректировать их в рамках современных открытий. И именно такой человек может сегодня в этой довольно скользкой области не только внести порядок, но и создать действительно что-то такое, что переживет сегодняшний день и продолжит развиваться в завтрашний день. Мы видели, как, допустим, в XVIII веке появлялось огромное количество всяких тайных обществ, каких-то розенкрейцерских или прочих разных ритуалов. И так их было много, что никто даже сегодня не может их все расставить по местам. Но большинство из них жило, может быть, несколько лет всего. Вот сам тот факт, что какие-то традиции возникают, какие-то исчезают, а каких-то потом никто и вспомнить не может. Связано это именно с тем, что далеко не всякая инициатива на самом деле оказывается жизнеспособной. Проходит время, мы видим, кто был прав. Мы видим, насколько та или иная организация действительно несла в себе зерно истины. И очень важно понять, что необходимо сегодня делать для того, чтобы это имело будущее, для того, чтобы это не зачахло и не было всеми забыто, а продолжило развиваться завтра. Здесь нужно понимать тенденции, которые царят в современном обществе, и то, куда они нас ведут. Благодаря экономическому развитию, научному, в том числе технологическому развитию, Если нам удастся в ближайшие десятилетия избежать каких-то глобальных войн, то у среднего человека будет все больше свободного времени. И по мере того, как свободное время увеличивается, вопросы о смысле жизни, о душе, о том, что ждет нас после физической смерти, все эти вопросы обостряются. Об этом некогда думать, когда тебе нужно 24 часа в сутки кусок хлеба зарабатывать. Но об этом начинает думать практически каждый, когда у него становится много свободного времени. Поэтому ничего удивительного не будет, если люди все больше будут искать для себя каких-то высоких знаний. Это не обязательно буквально то, что мы изучаем сегодня под заголовком эзотерика. Это могут быть знания, начиная с общефилософских, но тем не менее тяготеющих так или иначе к духовным сферам. Современный человек не будет готов просто так подчиниться авторитету какого-то иерарха, какого-то гуру или учителя, который просто так говорит тебе, как все устроено, что нужно делать, а ты, принимая на себя бремя вот этих новых знаний, идешь и делаешь. Такая ситуация, опять же, характерна была для обществ, в которых общая степень свободы была низкой, и связано это было с недостатками социальных институтов и всего того развития, о котором мы говорим. Но для современного человека это немыслимо. Любое общество, которое сегодня может быть создано, какое-то конкретное общество, объединенное общей идеей, оно по определению должно быть свободным. А ведь между тем, обратите внимание, свободных людей объединить вокруг чего бы то ни было не так уж просто. На то они и свободные. Они тяготеют к разброду, они тяготеют к индивидуализму, каждому хочется быть самим собой и ни с кем не объединяться. Но наступает момент, когда люди понимают, что если объединиться правильно, то от этого всем будет только лучше. Это помогает организовать какую-то взаимопомощь, поддержку, совместное обучение, диалог. За счет этого у каждого быстрее возникает ясность в голове, каждый может еще более эффективно реализоваться и применить самого себя. Все это уместно при условиях, когда общая свобода человека сохраняется, и его, скажем так, статус в рамках некого общества определяется только тем, насколько он сам исключительно по доброй воле вкладывается в жизнь этого общества. Таким образом, школы или организации, которые строятся сегодня и которые будут действовать завтра, должны быть, с одной стороны, максимально свободными и уважающими особенности и специфику каждого человека, но в то же время они могут быть очень централизованными, организованными и даже иерархичными. Другое дело, что иерархия это не будет ни над кем давлеть, это будет добровольная иерархия, и подниматься в ней будут те, кто исключительно в силу личного порыва захотят продвинуться, больше вложить, больше создать, больше принести на благо этого общества и сами таким образом выиграть за счет этого общества. Мы приходим сегодня к тому, что не может быть индивидуального блага в ущерб общему благу. По мере того, как люди все больше друг друга находили на этой планете, целые страны, народы видели друг друга, мы приходим сегодня к тому, что настоящее благо, оно всегда, в общем-то, оно единое для всех. Когда сегодня где-то возникает война, это негативно сказывается на всех странах, поскольку страны экономически связаны между собой. Где-то прекращается экспорт товаров, в других странах его не могут получить, не могут расплатиться по долгам, в итоге возникает общий кризис. Вы видите, что уже вот в 20 веке экономические кризисы начались в основном глобальные, за счет того, что все связаны на уровне экономики. И тем более еще сильнее все связаны на психологическом или духовном уровне. Когда вы находитесь в обществе, в котором вокруг вас недовольные, озлобленные люди, то вы не можете быть довольным в этом обществе, потому что всякая ваша радость, она очень быстро будет омрачаться воздействием вот этих окружающих людей. Вам придется играть по их правилам, вам придется быть волком среди волков для того, чтобы жить как-то в этом обществе. Поэтому настоящее счастье человека, оно всегда предполагает ну какой-то хотя бы приблизительно похожий на это уровень счастья других людей, живущих вокруг него. Когда вы находитесь в счастливом обществе, оно буквально как такая плотная вода выталкивает вас на поверхность и тоже вас делает счастливым вместе со всеми. Поэтому мы уже не говорим об эгоизме и альтруизме как каких-то факторах, изолированных, казалось бы, как бы друг от друга. Человек, понявший вот эту вот идею общего блага, он может стремиться внутри этого и к своему благу. Он не должен исключать себя из общего блага. Стремясь к своему, он прибавляет в общий сосуд. Помогая другим, он в итоге сам, находясь в том же сосуде, выигрывает. Таким образом, мы приходим к тому, что каждый может делать что-то во благо себе, во благо ближних, во благо всем. И в итоге выигрывать будут все равно все, включая его самого. Это один из краеугольных принципов, на котором может быть построено духовное общество будущего. Кроме того, надо понимать, что все больше во главу угла ставится конкретная идея, которая объединяет людей. В прошлом и во многом еще в настоящем люди объединяются больше на основании каких-то своих, какого-то, скажем, культурного родства. Вот, допустим, я говорю о Кабале. Мне приходится использовать понятия на иврите, упоминать книги авторов еврейского происхождения. То есть я, может быть, даже не желая того, я так или иначе вовлекаю человека в некую орбиту еврейской культуры. Может быть, сильно вовлекаю, может быть, слегка вовлекаю, но это происходит. Кому-то, может быть, еврейская культура не близка, ни в силу его генетического происхождения, ни в силу его какого-то социального места. Но вот не близка она ему, может быть, она его даже эстетически чисто отталкивает. И получается, что для него освоение кабалы становится проблемой. Проблемой чисто внешней, эстетической, культурной. В то время как суть, содержание, основные идеи, они, может быть, ему очень нужны как раз этому человеку. Но культурно-эстетический момент ему не дает войти в эту область. И точно так же кому-то близка культурно-восточная традиция. Ему нравится санскрит, ему нравится йога, ему нравятся все эти изображения индусских богов. А другого человека, меня, скажем, когда я вижу какую-нибудь шестирукую Шиву индусскую, меня это отталкивает. При том, что конкретные знания йоги, связанные там с увеличением здоровья, с раскрытием каких-то высших центров, возможно, мне пригодились бы ничуть не меньше. Поэтому, когда мы говорим об обществе будущего, надо понимать, что акценты должны смещаться от культурных моментов к сущностным. Люди объединяются в той мере, насколько их приоритеты, связанные с той или иной духовной идеей, совпадают. Какие-то люди объединятся вокруг идеи любви, поскольку для них любовь — это высшее, что есть в мире, что есть в человеке. Все остальные идеи выстраиваются уже под этим. Другие люди объединятся, скажем, вокруг понятия воля, поскольку воля есть в человеке высшее, как они это понимают. Третьи люди объединятся вокруг какого-то еще понятия. Мы можем ожидать, что завтрашний день принесет нам различные общества и объединения, основанные на общих приоритетах, в то время как культурное обрамление этих приоритетов будет все менее и менее важным. И, наконец, надо понимать, что мы все равно никуда не уйдем от научного изучения, от научного подхода к человеку. Пусть это будет какая-то альтернативная наука до тех пор, пока сегодняшняя основная, мейнстрим, так сказать, современной науки не может отделаться от своего материализма. Но со временем все это будет, конечно же, сливаться. И нам необходимо экспериментальное, научное изучение человека. Мы говорим об астральном теле, мы говорим о каких-то скрытых возможностях мозга, о том, как способна или не способна сохраняться человеческая личность отдельно от физического тела. Все это необходимо уточнять и открывать опытным путем. Традиции в этом отношении могут послужить прекрасной точкой опоры для того, чтобы начинать свою работу в этих направлениях. Но мы должны понимать, что опыт всегда может принести нам то, что заставит пересмотреть взгляды на традиционные знания и быть готовы к такому пересмотру. Потому что как только человек или целое общество в каком-то вопросе оказывается неспособно отказаться от своих предрассудков на том этапе, когда уже становится ясно, что это предрассудки, с этого начинается развал этого общества и деградация этого человека. Мы можем развиваться только тогда, когда мы все время открыты неизвестности. Мы готовы принять из этой неизвестности то, что сейчас к нам стучит в нашу дверь. то, что собирается открыться нам и стать известным. Когда мы готовы это принять, вот тогда мы на гребне волны, тогда мы несемся вперед. И это неизбежная черта любого такого успешного, современного, эзотерического общества. Вот в этом контексте то общество, та школа, которую я пытаюсь строить, удовлетворяет всем этим моментам. Здесь я, безусловно, скажу несколько слов об этом направлении, поскольку считаю то направление, которое сам развиваю, наследником эзотерических традиций, начиная с древности и до наших дней. Естественно, мы должны понимать, что никакой монополии в таких сферах быть не может, и поэтому, если я создаю свою школу, это не значит, что она претендует на абсолютную истину. Более того, ровно наоборот, именно какая-то здоровая, дружелюбная конкуренция в таких вещах полезна всем. Вы можете видеть, что точно так же в сфере экономики или промышленности монополия, как правило, пагубна для качества продукта, тогда как конкуренция заставляет всех конкурентов стремиться к повышению качества. То же самое, конечно, и с духовными знаниями. Когда есть разные школы, между ними возникает диалог, иногда какое-то соперничество, которое, конечно, нужно стараться держать в здоровых рамках. И это помогает всем стремиться к более высокому качеству. Поэтому я всегда рад, когда я вижу других людей, прикладывающих инициативу, развивающих свои проекты, открывающих свои школы, начинающих свои курсы уроков. Но ту школу, которую основываю я основываю именно с позиции принципов, которые я вам сейчас изложил. Мы говорим о том, что человек уже осознал для себя необходимость развиваться, причем всесторонне. Развиваться не только в сфере получения новых знаний, и точно так же не только в сфере какого-то опыта и практик. Сегодня вы можете встретить и таких людей. Есть те, и таких, наверное, большая часть, которые предпочитают питаться книжными знаниями, а себя видят как бы немножко в стороне. И есть какая-то группа поскромнее количественно, людей, у которых, может быть, просто голова не так хорошо соображает, но по той или иной причине они именно увлекаются практиками, совершенно не представляя себе теоретически никакой ясной картины мира. Моя задача — объединить эти вещи. Теория должна помогать практике, она должна реализовываться на практике, тогда как практика должна еще больше прояснять теорию, которую человек изучает своим умом. Это одна из основ. Человек, который идет таким путем, готов идти таким путем, переходит от простого к сложному, переходит от начальных элементов, которые даются ему в упрощенной форме, в схематичной форме, к тому, чтобы раскрыть их глубину, добавить деталей, увидеть, как они работают в контексте более широких систем. Постепенно и практика его эволюционирует. От самых простых вещей, которые помогают ему просто укрепить его естественные способности, такие как овладение своими мыслями, своим воображением, умение ощущать циркуляцию энергии, связанную с дыханием, умение напрягаться, расслабляться, переходить в состояние большей сосредоточенности или большей восприимчивости. Казалось бы, банальные вещи, но далеко не всякий человек в достаточной степени ими владеет. От этих простых вещей он переходит уже к тому, чтобы заниматься чем-то более внутренним, скажем, учиться путешествовать в сновидениях, учиться дифференцировать энергию, которую он ощутил, распределяя ее по разным стихийным элементам, связывать это с астрологическими законами, с планетами, знаками зодиака, видеть себя в контексте, в зеркале этих знаний, изучать свой гороскоп для того, чтобы лучше разобраться в себе и в других людях. Он учится тому, чтобы направлять со временем эту энергию, которую он научился уже не только чувствовать, но и распределять по каким-то видам, направлять ее на достижение разных целей в своей жизни, а затем и помогать в общем деле, когда целый коллектив готов направлять свою энергию. С этой точки зрения человек осваивает ритуальные практики, пользуется каббалистическими знаниями сферот и божественных имен, и так он поднимается до того, что врата небесного мира, назовем это так, астрального, духовного мира, все шире перед ним открываются. Со временем такая организация может превратиться во вполне реальную силу, поскольку наши мысли действительно работают на астральном плане. Это факт, который остается лишь подтверждать непосредственным повседневным опытом. И когда много людей со своей волей, со своей подготовкой, пройдя определенный тренировочный период, объединяются для того, чтобы достигать каких-то целей, создают фактически новые модели реальности на астральном плане. Не будет ничего удивительного, если эти их модели материализуются и на нашем плане. И именно такое общество будет не просто помогать каждому своему члену развиваться, но и начнет по-настоящему менять окружающий мир. Я не удивлюсь, если наступит время, через несколько лет или десятков лет, когда эзотерические общества, грамотно построенные, превратятся также и в политическую силу, и в силу, влияющую на разные социальные процессы. Такие моменты были уже, и я приводил примеры на протяжении всего этого курса. И, конечно же, нам предстоит с этим встретиться снова. Просто модель организации этих обществ будет учитывать все те особенности, к которым пришел современный человек, с его потребностями, с его уровнем свободы, с его уважением к индивидуальности. С этой точки зрения я вижу школу, которую развиваю, продолжателем древних традиций, но при этом переводящим их на новый виток развития. Как будет развиваться эта ситуация, мы узнаем в будущем, поскольку никто из нас не может заранее предсказывать. Я надеюсь, что мы увидим со временем все больше и больше людей, которые действительно грамотно, качественно и добросовестно берутся за такую работу. Все меньше будет оставаться места для какой-то профанации или шарлатанства, потому что эти вещи возможны лишь на фоне широкого невежества людей. И чем больше людей получает доступ к каким-то достоверным знаниям, тем больше возникает специалистов. Когда же объединяются специалисты, это уже действительно закладывает основу серьезных школ и направлений. Точно так же в том проекте, который я развиваю, я совершенно не хотел бы, чтобы это была школа одного человека, чтобы я был единственным учителем, а все остальные были бы неким послушным стадом, которое за мной идет. Мы должны раз и навсегда отойти от таких моделей, поскольку в современном обществе уже для них просто не остается места. Поэтому к участию приглашаются любые люди, которые могут что-то от себя внести, которые уже стали специалистами в чем-то, при условии, конечно, что им близка общая направленность и общая некая канва, которая задает рамки всей школе. Мы заканчиваем на сегодня этот курс, и в будущем у нас будут разные другие, более специализированные курсы, которые будут касаться той или иной области эзотерической традиции. Ну, сегодня, как вы знаете, в нашей школе есть и курсы, непосредственно связанные с изучением каббалы, астрологии, с духовными практиками. Мне нечего осталось добавить к тому, что я говорил на протяжении полугода в этих уроках по эзотерической традиции. И сейчас, прежде чем закончить, остается лишь выслушать ваши вопросы и постараться на них ответить. Но если они есть, то пожалуйста. Бетсалелю, прежде всего, я хочу сказать большое спасибо за этот курс, очень интересный, который, я надеюсь, будет продолжение. Вот. И действительно хочется понять чисто концептуально вот дальнейшее как бы ваше развитие. Я просто несколько хотел сказать, просто такую идею, что сейчас у меня очень созрело это в голове, о необходимости идеи дополнительности всех знаний, то есть построение некой матрицы знаний, когда то, что мы сейчас вот, достигли благодаря толерантности, понимая, что какая-то истина, она, нужно найти свое место, и она занимает в общей картине такое целостное положение. Вот это очень большое пожелание вот в том плане, что вы действительно очень талантливый человек и будете развивать это. И мне кажется, это вот очень перспективная идея. Спасибо. Вы много сказали, но попробуйте вопрос сформулировать в одной фразе, чтобы мне проще было ответить. Нет, это не вопрос, это больше пожелание. Пожелание видеть именно дальнейшее развитие вот такого учения, которое вы, в идее дополнительности, как бы комплементарности всех истин, которые есть, понимание каждого своего места и проявление такого синергетического эффекта. Мы к этому стремимся. Да, мы стремимся к этому. Другое дело, какой масштаб удается охватить. Для того, чтобы охватить большой масштаб и при этом не опуститься до профанации каких-то частных составляющих элементов, плохо понятых, для этого надо действительно быть личностью гениальной, которая способна не только соединить, но при этом и действительно хорошо знать все те элементы, которые она соединяет. И очень часто именно такие всеобъемлющие учения или претензии на всеобъемлющие учения, они на самом деле внутри оказываются слишком рыхлыми или даже гнилыми, поскольку тот, кто их делает, недостаточно хорошо разбирается в предмете. И, конечно, я бы хотел избежать такой участи, поэтому я пытаюсь действовать широко, но все-таки ставить какие-то рамки этой широте, дабы оставаться на более-менее известном поле, в рамках которого действительно у меня есть компетентность. Если подключатся со временем еще специалисты и удастся найти общий язык между всеми ими, тогда размах может быть, конечно, гораздо больше. У вас возможности есть все для этого, поэтому я это говорю. Вот вопрос текстом сформулированный. Имеют ли будущее строго иерархические эзотерические организации? Или они будут вытеснены сетевыми децентрализованными образованиями демократического плана? Я об этом вкратце упомянул, но сейчас подытожу еще раз. Я верю в то, что иерархические организации вполне уместны, что они, конечно же, имеют будущее. Другое дело, что качественную такую организацию, без всякого, назовем это так, духовного авантюризма, построить непросто. Это берет время для того, чтобы люди свыклись с уровнями иерархии и оценили действительно эффективность и красоту такого построения, чтобы у них созрела мотивация двигаться по этим уровням, отпали бы всякие претензии, связанные с тем, что кто-то там чего-то несправедливо в этой иерархии получает. Надо понимать, что иерархическая система, даже если она в принципе сохраняет для своих участников широкую степень свободы, она все-таки, конечно, гораздо легче рискует скатиться в какое-то злоупотребление. Потому что всегда, где есть уровни, степени, градусы, всегда это затрагивает в человеке струны, связанные с его амбициями, с его честолюбием. Даже если это и не сулит никакой ему, допустим, денежной прибыли, но какое-то честолюбие внутренне затрагивается неизбежно. И, конечно же, здесь открывается поле для всяких каких-то интриг внутренних внутри такой организации. К этому надо быть готовым. Если подойти к этому делу грамотно, то иерархические организации, конечно, будущее имеют. И более того, они в итоге и должны оказаться наиболее эффективными, потому что такие структуры могут действовать как единая сила, в то время как децентрализованные образования, сетевые, которые, может быть, вообще виртуальные какие-то в современных условиях интернета, они могут служить неким промежуточным звеном, допустим, но сами по себе они всегда слабее, потому что здесь после всех совместных мероприятий, уроков, занятий, все равно каждый человек во многом остается сам наедине с собой и как таковой общей силы практически не образуется. Если еще есть вопросы, то я на них готов отвечать. Betsalel, а как ваше мнение по поводу дальнейшего именно развития масонских лож как таковых? Имеют они перспективу развития более широкого, чем сейчас? Это на самом деле вопрос не из простых, для меня во всяком случае. Я думаю, что они имеют перспективу, но для этого они тоже должны стать в каком-то отношении более гибкими. Ну вот приведу самый простой пример. Регулярное масонство, которое сегодня это основное, наиболее многочисленное масонство, оно по сей день в свои ряды не принимает женщин. В XVIII веке, в начале XVIII века, когда была принята эта ландмарка, она была совершенно понятна и обоснована, потому что масоном должен был быть человек свободный и самостоятельный. Женщина в ту пору не была достаточно свободной и самостоятельной. Сегодня женщина ничем не хуже мужчины. Она может даже быть и политическую делать карьеру, и в бизнесе делать карьеру, в чем угодно. И на каком основании масонская ложь должна и отказывать, совершенно непонятно. Различные нерегулярные масонские организации принимают сегодня женщин, а регулярные по-прежнему не принимают. И это, можно сказать, чистое просто такое следование каким-то своим стереотипам при отсутствии достаточно ясного механизма того, как эти стереотипы изменить. Вот такой же точно проблема находится и в религиях, потому что есть установки, правила, законы, идущие из древности, и, безусловно, когда эти законы принимались, они были очень актуальны. И еще много лет и много веков после этого они могли оставаться очень актуальными. Но должен быть также некий механизм, который хотя бы теоретически предполагает возможность их изменять. И когда этот механизм есть, тогда уже главы религии решат, применять его в том или ином случае или нет. Проблема же религии в том, что самого механизма, как правило, нет. Либо он сделан так, что применить его попросту невозможно. Вот те организации, будь то религиозные, масонские или еще какие-то, в которых этого механизма нет в принципе, либо он совершенно заржавел и просто никак невозможно его запустить, у таких организаций я не вижу будущего, при всем уважении. Те же, которые способны восстанавливать каждый раз свою адекватность за счет того, чтобы вносить какие-то свои изменения с учетом общих изменений человечества, у тех, конечно, есть будущее. Такие существуют и сегодня, даже если они не самые многочисленные. Да, спасибо. И, Рыбацель, какие у вас планы вообще дальнейшей учебы? И, как вы там в Москве? Что вы планируете? Ну, об этом это уже вопрос более личный, я на него не отвечу не в рамках урока. Есть курсы, которые сейчас идут в рамках школы, вы можете прочесть расписание, а что будет дальше, мы увидим или обсудим потом. На этом я заканчиваю, поскольку на следующей неделе уже этого урока не будет, этот был последний, то я всем вам окончательно в этот раз желаю успехов и самореализации каждому на том пути, к какому он чувствует себя причастным. И с некоторыми из вас, я надеюсь, мы встретимся в какой-то новой обстановке, на новом курсе уроков и продолжим. Спасибо большое. Спасибо. Вам успехов тоже. Всем всего доброго.